В законодательном собрании Нижегородской области сегодня открылась выставка «Город трудовой доблести. Штрихи инженерной истории». Эта выставка приурочена к приближающемуся Дню памяти и скорби. Непосредственно российская газета, непосредственно архив в свое время пригласила к разговору о том, что делать и как осмысливать то самое инженерное, конструкторское, организаторское наследие, которое однозначно есть, имеет место быть на наших предприятиях. И в этом разговоре родилась идея создать целый цикл таких выставок. Мы чтим сегодня труд инженеров, конструкторов, тех, кто организовывал производство, потому что, как часто мы говорим о подвиге, но тем не менее не знаем о том, как была организована работа. Есть такая пословица: генералы всегда готовятся к прошлой войне, инженеры готовятся к войне будущей. Они, техническая мысль всегда пытается учитывать новые факторы. Практически все оборонные документы и даже фотографии того времени, виды самолетов, конечно, они все шли с грифом «секретно». А для того, чтобы ученые-историки могли сейчас с ними свободно работать, мы еще к предыдущему юбилею Победы рассекретили все документы периода войны до последнего листа. Поэтому у нынешних историков не будет оправданий говорить о том, что архивисты злобные все засекретили, не дают им ничего. Пожалуйста, наша читальная зала открыта.